Что скажешь? Что скажу? Пойду пить кофе со строчителлой. Добрый вечер! Сегодня мы собираемся поиграть в теннис. Рома, ты собираешь сумку? Я бы чищу. Где наши ракетки? А мы возьмем одну сумку или две? Одну ракетку или две? Роман, ты готов? Да, у тебя красивое красное жилье. Выключай-ка свет. Вечерний ЦУК? Вечерний ЦУК, мы на пути на теннисные корты. Хотелось бы сказать два слова о том, что теннис – это очень интересное, увлекательное и здоровское с точки зрения спорта игра. Ты тратишь очень много энергии, развиваешь координацию, и это интересно, это азартно при этом. Что сейчас случилось? Башку ударил. Юля, нас очень интересует, что носят нынче спортсмены, ну, теннисисты в частности. Самое главное в теннисе, в принципе, это одежда. Обязательно должна быть вот такая удобная юбочка с шортиками и место для мячика. Поло, кроссовки, белые носочки. Свежий цвет лица, легкий аромат парфюма, ну и, конечно, удобная прическа, которая не будет мешать. Отлично. Будем надеяться, что вам сегодня никакая прическа не будет мешать. Пожалуйста, корты, на которых мы сейчас проведем не менее часа. Мне улыбается моя новая ракетка. Сегодня я ее обновлю. Это женская ракетка такого прекрасного зеленого цвета. А в чем разница вот женских и мужских ракеток? Моя ракетка достаточно легкая. Диаметр ручки не такой большой, как, я думаю, мужской ракетки. Вот. Что еще? У меня полупрофессиональная ракетка. Это означает также, что поверхность, на которой будет ударяться мячик, не очень большая и не очень маленькая. Вы полупрофессиональная кокетка. Как настроение? Как вы поняли, друзья, настроение сегодня — это Роджер Федерер. Ну, это одно из преимуществ жить в Швейцарии. Ты молодец. Ты очень хорошо выглядишь. Ты что, наигралась? Да, домой хочу. Это дорога домой. Мы едем по городу Бар.
One strawberry milkshake, please. Milkshake? Yeah, strawberry. Milk? Strawberry. 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 This is the other price of my drive. Klein. 5 Klein. Klein. Klein, okay. Do you know it? Yeah, that's all. Закрыл свою ракетку. Я был выращен в той семье, открывает ракетки. Ну, вот и все, дорогие друзья. Так мы провели наш воскресный вечер. Спасибо всем, кто был с нами.